Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Motorola Edge 20 Lite перейти в режим Boot Mode. Для этого в первую очередь выключаем наше устройство и затем после его полного отключения зажимаем комбинацию клавиш, кнопка включения и кнопка громкости вниз одновременно несколько секунд. И после этого оказываемся в режиме Boot Mode. В данном режиме, используя кнопки громкости, можем перемещаться, кнопку включения можем сделать выбор. И здесь у нас имеются такие опции, как Start, Restart Bootloader, Recovery Mode и Power Off и Barcodes. И также Bootloader, Locks. Если же хотим выйти из данного режима, либо же выбираем опцию Start и просто перезапускаем наш телефон, либо же Power Off и его отключаем. Такие вот у нас есть варианты. Я его просто перезапущу. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!